Популярный микроблог Twitter переезжает. Интернет-адрес сервиса остается прежним, twitter.com, а вот прописка изменится. Власти Сан-Франциско предложили перенести офис в район похуже, зато и налогов меньше придется платить. До сегодняшнего дня Twitter обитал в самом центре Сан-Франциско. Район, в котором теперь обоснуется штаб-квартира микроблога, в западных СМИ, по крайней мере, называют трущобами. Правда, наш обозреватель Егор Погорелов считает иначе. Егор, тебе слово. Да, добрый вечер. Считаю иначе, потому что там был недавеча, как в августе прошлого года. Но обо всем по порядку. Вся история завертелась из-за дополнительного налога на заработную плату. Суперпопулярному сервису микроблогов, а также нескольким интернет-стартапам, таким, например, как разработчик игр Zynga, очень не хотелось платить дополнительные 1,5% от доходов. Они даже заявили, что готовы перенести свои офисы в другой город. Ну, разумеется, власти не могли допустить уход компании мирового значения со своей территории. В Сан-Франциско нашли компромиссное решение. Они предложили Твиттеру и другим компаниям освобождение от этого налога на 6-летний период. В ответ фирмы обязуются переехать в район Мид-Маркет, который считается неблагополучным по меркам Сан-Франциско. Понятно, что это не означает, что там процветает криминал. С этой точки зрения, как утверждают жители Сан-Франциско, в городе вообще нет неблагополучных районов. Действительно, очень милый город. Мид-Маркет славится домами, в которых никто не хочет жить уже пару десятков лет. И проблемами с вывозом мусора. Это действительно правда. При этом район довольно популярен у туристов. Расчет мэрии прост. Пусть Твиттер не заплатит десяток миллионов долларов нового налога, зато поможет вдохнуть новую жизнь в Мид-Маркет и, возможно, сделает это место привлекательным для открытия новых офисов. Мид-Маркет, несмотря на утверждение некоторых СМИ, вовсе не трущобы. К Сан-Франциско, грубо говоря, в рамках Москвы такой переезд равен переезду компании из офиса на Тверской за Садовое кольцо. Вот, но это мое личное мнение. Практика вывода крупных офисов в поисках финансовых благ и послаблений работает довольно давно. Также этот метод используют и наши компании. В основном компании переезжают в регионы. Стоит отметить крупнейшую миграцию колл-центров из Москвы в Тверь, Брянск, Рязань, Владимир и другие города. Она началась еще в середине 90-х. Компании привлекла заниженная ставка за аренду офиса и снижение зарплат для сотрудников, которых набирали в новом месте расположения. Однако и города, куда переместились колл-центры, оказались в выигрыше. Люди получили рабочие места, безработица значительно снизилась. Последний серьезный переезд офиса – это перемещение огромной редакции газеты «Из рук руки» из столицы в Тамбов. Издатель газеты компания «Пронто Москва» может сэкономить до 35% расходов на персонал. В результате Тамбов станет центр производства «Пронто Москва» для 15 регионов, включая Москву. В ее штате работает примерно 4300 сотрудников в 9 странах. При этом большая часть работников приходилась на Россию. Заместитель гендиректора компании Михаил Кувардин уверен, Тамбов ничем не хуже Москвы. Давайте послушаем. Там идет оптимизация просто в компании нашей. В основном это касается региональных предприятий. Для того, чтобы быть более мобильными, больше продуктов готовить в одно время. Ну, то есть убрать мелкую феодальную раздробленность и сделать хороший центр, где можно верстать там более крупные продукты и все стандартизировать. Конечно, идет и экономия, конечно, определенная, но это не сразу, поскольку, вы же понимаете, это быстро не делается. Ну, также иногда прописку меняют и бизнесмены. К примеру, довольно известный пример. Михаил Прохоров принципиально приписался в Красноярском крае. Теперь налог на личный доход он платит в бюджет этого региона. В интересах региона, точнее города, действует и «Газпром», где намерены прописать компанию в Санкт-Петербурге. Соответственно, платить налог в бюджет северные столицы будут. Коллеги. Спасибо. Егор Погорелов рассказал о Твиттер-переезде. Еще бы, если говорить о России, перенесли бы вокзалы ЗАМКАД, крупные торговые центры, которые есть в пределах Садового кольца, автомобильные базы, которые занимаются перевозкой грузов, ну и так далее, и так далее. А еще предлагают можно еще продолжать. Власть перевести куда-нибудь на Урал. Тоже, да. Наверное, разгрузило бы, наверное, Садовое кольцо чуть-чуть. Но это все мечты-мечты. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ Плюс. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.